«Все идет по плану», — говорит Путин сегодня. Эти же слова он повторяет уже 20 лет, но жизнь россиян почему-то становится все хуже, хуже и хуже. А сейчас так и подавно. «Ничего», — думает патриот России, — «все обойдется. Мы сильная страна, с сильным президентом. Сегодня немножко потерпим, а потом как заживем? У Путина же есть план, он же не просто так затеял войну с Украиной. Все просчитано. Западные санкции были заложены в риски. Правительство знает, что делает. Путин молодец. Я за Путина». Примерно так мыслит себе среднестатистический гражданин РФ. И все это называется первой стадией принятия неизбежного. А первая стадия, как известно, это отрицание. Россияне сейчас всячески пытаются отрицать реальность, игнорируя как внешние события, так и внутреннее состояние. Они чувствуют ступор, шок, притворяются, будто бы ничего не изменилось. А изменилось буквально все. И будущее граждан РФ не смело так выглядывает из-под медного таза, которым оно накрылось с легкой руки их президента. Немного пищи для размышлений гражданам РФ. Допустим, что удар по экономике России и доходам россиян был нанесен Западом. Но если такого ответа Запада руководство России не планировало, не думаете ли вы, что оно также плохо спланировало весь ход войны и все ее последствия? Олег Вьюгин, председатель НАП-совета ММВБ, так описывает будущее России. Вспоминаем кризис 98 года и умножаем на 3. Это новый тип кризиса. Мы не можем его сравнить ни с 2008 годом, ни с 2014. Те кризисы исправлялись рыночными силами. Этот кризис порожден массовым исходом инвесторов и компаний, поэтому он будет тяжелее. Мы оказались в новой ситуации не на год, не на 2 и даже не на 3. Да, кризис 1998 года выглядел страшно, но он был забыт в течение полугода-года. Сейчас ситуация принципиально иная. Многие говорят, что основная масса россиян зависит от государства – зарплаты, пенсии и прочие подачки. Но будут ли деньги в бюджете? Вряд ли. Неизбежен печатный станок. А значит, гиперинфляция, очень много необеспеченных рублей и товарный дефицит. Это рукотворный кризис, искусственно созданный в кремлевском бреду одного человека и подкрепленный подлизами из ближнего круга. Ни Украина, ни НАТО не собирались нападать на РФ. Только идиот об этом мог подумать, учитывая ядерное оружие, огромную территорию и решимость россиян перед реальной внешней агрессией. Но теперь ситуация изменилась. Экономическая война всего мира против РФ стала реальностью, и еще ни одной стране не удавалось победить весь мир. Многие россияне сейчас говорят, что готовы в землянках жить и землю кушать ради великой России. Но когда наступит именно такой момент, думаю, реальность будет сильно отличаться от ура патриотических настроений. Не зря даже сейчас перед лицом смерти российские солдаты, которых отправили на войну в Украину, не забывают мародерствовать. От простых продуктовых магазинов с водкой и коньяком до бытовой техники, телевизоры и даже блендеры. В Telegram 40 миллионов новых пользователей, скорее всего, подавляющее большинство россияне, после запретов Роскомнадзора, других мессенджеров и соцсетей. Раньше иностранные аналитики и позже Центральный банк РФ прогнозировали спад ВВП на 8-10%, однако сейчас чаще называют более реальным спад на 30%, как было сразу после распада СССР. И эта цифра представляется более реальной. Пока реальной, потому что в будущем она может измениться только в худшую сторону. Российская прокуратура угрожает арестами руководству подразделений западных компаний, которые критикуют Российскую Федерацию. Также прокуратура угрожает арестовывать активы компаний, которые уходят из РФ, включая товарные знаки, а это, на секундочку, интеллектуальная собственность. Предупреждения получили Coca-Cola, McDonald's, Procter & Gamble, IBM и Yum Brands, это KFC и другие бренды. Уж непонятно, чего в этих действиях прокуратуры больше –
Желание порадовать россиян сохранением на территории своей страны знакомых брендов или просто выслужиться перед начальством. Не исключаю, что все вместе. The Wall Street Journal пишет, что Россия сможет вернуться в мировую финансовую систему не ранее 2037 года. Однако для этого РФ сначала придется расплатиться с кредиторами, и кроме прямого долга речь пойдет о долге перед Украиной, восстанавливать все, что они разрушили, а также выплачивать компенсации многотысячным жертвам. Сегодня в России резко вырос спрос на банковские ячейки. В банках держать деньги себе дороже, могут не вернуть или вернуть в деревянных. А держать большие деньги дома опасно. Вот и побежали россияне прятать деньги в бытовой технике, авто и банковских ячейках. На 41% выросло предложение квартир в аренду в Москве. Люди валят из РФ, не только иностранцы, но и москвичи, а также ранее понаехавшие, но потерявшие работу. Цены на аренду жилья в Москве рушатся, а бизнес на аренде теряет былую привлекательность. Вьетнам вернул безвизовый режим для россиян. Самое время бежать туда. Водка со змеей ждет вас, россияне. Путин получил губернаторам найти деньги и помочь народу и бизнесу. Сейчас губернаторы, конечно же, найдут резервы и всем помогут. Денег в бюджете якобы много, и их даже печатать не придется. Интересно, если это так легко, то почему до этого не помогали? Одновременно Путин предлагает не регулировать цены и не кошмарить бизнес. О как! Звучит совсем как в мирной экономике. Но попытка быть либеральным в экономике в текущей ситуации обречена на провал и лишь углубит внутренние структурные проблемы. Переход РФ на рельсы военной экономики неизбежен с тотальным обнищанием, дефицитом и талонами, так же как и смена власти. Сейчас у элит Российской Федерации только два выхода. Задушить своего вождя с зачисткой ближнего круга. Или же терпеть деградацию до уровня СССР, но даже не 90-х, а 1950-х годов. Вот только вряд ли в РФ остались элиты. 15 тысяч рабочих КАМАЗа перейдут в режим простоя из-за отсутствия комплектующих, и это только цветочки. Интересно, а зарплату им тоже переведут в простой? Наверное, нет, президент же обещал, а значит, включение рублевого печатного станка неизбежно. На четырех итальянских виллах Ланфранко Чирилла, архитектора предполагаемого дворца Путина, прошли обыски. Итальянские власти предъявляют претензии к неуплате налогов. Изъят вертолет за 2 миллиона евро, картины Пикассо, Сезанна, Кандинского, Шагала и других. Возможно, данный итальянец был держателем части активов семьи Путина. Великобритания поручила Национальному агентству по борьбе с преступностью разыскать активы Путина и его приспешников, которые спрятаны в Лондоне. Помогать им будет разведслужба королевства. К слову, одна из лучших. Если такие активы будут обнаружены, их могут конфисковать. Вполне логично, не только валютными резервами РФ и яхтами-домами российских олигархов, но и активами Путина восстанавливать Украину. Ранее Сенат США единогласно принял резолюцию, осуждающую Путина как военного преступника. Уникальное единодушие. Международный суд ООН постановил, что Россия должна остановить военную операцию в Украине. Возникает вопрос, а если РФ не подчинится, то что? Невыполнение требования Международного суда ООН приведет к новым санкциям. И Китай уже не сможет спасти Россию. Да, и обратите внимание, как меняется риторика Китая в отношении войны РФ против Украины. Это все еще не осуждение и не признание войны, но уже и не поддержка Российской Федерации.
Да, важно понимать, что задача Запада – создать ситуацию внутреннего дефолта кремлевской власти. Этот карточный домик должен сложиться внутрь и похоронить всех его строителей, а не выплеснуться своими обломками наружу. Для этого закрываются торговые и логистические потоки, перекрываются банковские денежные каналы, запрещается ввоз наличной валюты, арестовываются деньги РФ и ее олигархов и чиновников по всему миру. И в криптовалюте тоже. В РФ быстро разрушаются и без того слабые управленческие связи между Кремлем и остальной страной. Особенно, когда речь идет о Сибири и Дальнем Востоке. Приказы из бункера саботируются на местах или просто не имеют ресурсов для их выполнения. Через 1-3 месяца граждане и бизнес РФ начнут ощущать жуткий товарный голод. К нему добавим неизбежное включение печатного станка. И это еще Запад пока не включил эмбарго на энергоносители. Причем саму поставку энергоносителей из РФ могут сохранить, просто оплату за них начнут блокировать на спецсчетах, с которых, возможно, будет незначительная покупка чисто гуманитарных грузов. Важно понимать, и это, конечно же, хорошая новость для русских. Никто не допустит превращения РФ в Северную Корею. Планете опасно иметь такого непредсказуемого и агрессивного соседа, размахивающего ядерным, химическим и биологическим оружием, готового уничтожить весь мир ради своих лилипутинских целей. Поэтому смена режима в РФ неизбежна. В лучшем для РФ случае путем смены власти, а в худшем через раздробление. Россияне должны понимать, у Запада и других стран нет ни малейшей цели разрушить или раздробить РФ. Цель всего лишь остановить раз и навсегда взорвавшийся режим, угрожающий целой планете уничтожением. Сама планета сопротивляется агрессору и включает механизмы самозащиты. Россияне, вы не можете воевать против всего мира. Сдавайтесь и быстрее начинайте строить мирную жизнь. Да, вам придется заплатить за разрушение и покалеченные жизни миллионов украинцев. Но чем быстрее вы начнете оплачивать свои долги, тем быстрее станете свободными. Причем свободными, в первую очередь, от своих кремлевских поработителей. Федеральная антимонопольная служба начала антикарательные проверки крупнейших производителей сахара в РФ. Дефицит и резкое подорожание сахара возбудили не только россиян, но и власти. Ранее некоторые сахарные заводы начали торговать сахаром с привязкой к курсу доллара, и его цена выросла на 60-70%. Теперь ни варенье, ни самогон не сварить. Невыгодно. Подешевеет ли после этого сахар? Показательно, конечно же, да, но не везде и ненадолго. То, что сейчас пытается делать правительство РФ, называется затыканием дыры в плотине пальцем. Что-то, конечно, делают, но прорвет все равно. Даже не сомневайтесь. Откуда у бессменного чиновника Сечина, никогда не работавшего в частном бизнесе, гигантская олигархическая яхта? Россиян это не удивляет, а значит, они достойны своих правителей. Власти Испании арестовали мега-135-метровую яхту Игоря Сечина, которая оценивается в 600 миллионов долларов. Ранее власти Франции конфисковали другую яхту, которая тоже принадлежит Сечину. На днях испанцы арестовали яхты еще двух российских чиновников – Сергея Чемизова и Александра Михеева. Другой российский олигарх Михаил Фридман пишет: «Я здесь в плену». Его банковскую карту и счета заблокировали, и он из-за этого даже не может уехать из Лондона. Британские власти могут ограничить расходы Фридмана суммой примерно в 2500 фунтов. Это около 3300 долларов в месяц. Это реально нищенские деньги для Лондона. Самолеты крупнейшего российского грузового авиаперевозчика заблокированы из-за санкций. Еще один удар по доставке грузов в или из России. Цены на подержанные иностранные авто в РФ выросли только за первые две недели войны на 15-30%. И это еще по-божески.
Цены на офисную бумагу в России взлетели почти в 3 раза, с 220 до 630 рублей за пачку, и дальше будет хуже. В РФ при производстве бумаги использовали импортные отбеливатели, которые больше не поставляются. Теперь указы Путина и правительства РФ будут печатать на туалетной бумаге, чего они и достойны. Известный либерал и демократ, и все это, конечно же, в кавычках, бывший президент РФ Медведев написал: «Россия будет и дальше бороться за тот миропорядок, который устраивает ее и ее граждан. В нем нет места нацистам и геноциду». Это что же получается? Медведев призывает российскую власть самоликвидироваться? Мы же с вами понимаем, кто на самом деле нацисты. В МИД Франции считают, что Россия лишь симулирует процесс переговоров о мире с Украиной, а значит, ждите новые санкции и новые гробы. Глава «Газпрома» Алексей Миллер призвал сотрудников компании сплотиться вокруг Путина и не поддаваться деструктивному влиянию. Интересненько, как это плохо на них влияет? И неужели единение общей целью газпромовских зарплат недостаточно и нужно сплотиться еще теснее к бункерному деду? Центробанк России начинает жестить. Банкам рекомендовано пресекать попытки вывода валюты за границу и следить за операциями физлиц и юрлиц. Если человек или компания аномально активничает по покупке разных товаров или услуг, это может свидетельствовать о закупках для последующей перепродажи. Валюты мало, и она нужна родине. Reuters пишет, что в банках Швейцарии хранится до 213 миллиардов российского капитала. Санкции в отношении России дают редкую возможность узнать про эти активы. Продолжение, как говорится, следует. Хроники пикирующего бомбардировщика по имени «Россия» дополняются ежесекундно. Скоро может оказаться, что приведенные здесь прогнозы слишком оптимистичны, и россиян ждет голод и разруха уровня столетней давности, а может быть и того хуже. Одно сегодня ясно точно. Путин украл у стариков старость, а у детей их будущее. Мы следим за развитием событий. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. А также поддерживайте автора на Patreon, где мы выкладываем дополнительные материалы, а также ролики до официальных премьер. Всем украинцам добра и скорейшей победы!